Всем привет, с вами Арсений, магазин TubeCamp. Небольшой видеообзор о такой вещи, необходимой каждому рыбаку. Это ножницы. Ножницы для лески и для всего прочего, которые бы убирались, компактно складывались, не мешали, ни за что не цеплялись. Вот такие ножницы в чехле. Вот, то есть, вот они сами ножницы. А это чехол, который их, в принципе, прячет от нежелательных повреждений и всего прочего. Пластик достаточно прочный, эластичный, то есть не сломает, тяжело достаточно сломать их будет. Вот. Конструкция до безумия простая, ничего в них нового нету. Вот. Просто и функционально. Что режут, не знаю, я пользуюсь такого плана ножницами. Они спокойно режут там, я не знаю, бумагу, чего еще ими можно порезать. Ножницы с легкостью режут там различную бумагу различной толщины, там, не знаю, пленку, пакеты, ну и соответственно, если вот посмотреть, то есть легко режет совершенно в другом направлении любые материалы, ну естественно в разумных пределах, соответственно леску они режут также. Ножницы выполняются в различных цветах, вот какой цвет попадет именно вам. Сомневаюсь, что будут подбирать, потому что партии разные. Вот. Поэтому рекомендуем хорошие, в принципе, удобная вещь, которая найдет свое место в ваших аксессуарах для рыбалки. Меня зовут Арсений, подписывайтесь на наш канал, следите за новостями, ставьте лайки. Рекомендуем!